Преподаватель из Севастополя победила во всероссийском конкурсе краеведов. Ольга Самойлова – заслуженный учитель города. Сейчас она работает в той же школе, где и училась. О педагоге, для которого рассказ о малой родине стал делом всей жизни, репортаж Евгении Квашниной. И все-таки Севастополеведение – это больше про любить или про знать? Ой, Женечка, конечно. Даже в названии нашей игры сначала любить. Если город любишь, то, конечно, захочешь его узнать получше. На ее уроках дети признаются в этой любви. Ольга Самойлова показывает лучшие работы учеников по курсу «Севастополеведение». Четверть века назад она оказалась одной из тех, кто помог воплотить в жизнь эту уникальную образовательную программу. Я оформила первый в городе Севастополе кабинет «Севастополеведение», и он получил звание образцовый в 2012 году. Это этот кабинет. С этого ролика Ольга Атарьевна начинает свою презентацию для всероссийского конкурса краеведов. Рассказала жюри, как готовила учебные пособия по севастополеведению. Сразу 6 для всех начальных классов. Заново открывала для себя город и заново в него влюблялась. Как создала 2 региональных интеллектуальных конкурса, а еще за что любит центральный городской холм. И члены жюри выбрали Ольгу Самойлову среди 180 претендентов. Мне было это очень важно пообщаться, увидеть, что есть москвоведение, питероведение, кубановедение, что наше севастополеведение имеет такую же большую направленность, как в тех регионах, которые на материковой России давно этим занимаются. Методики коллег со всей России она готовится внедрить в свои проекты. В авторской творческой мастерской Ольга Атарьевна ведет курс «Севастополеведение» для учителей. 25 лет назад это был маленький, но амбициозный проект, который делали энтузиасты. Теперь ученики Ольги Самойловой рассказывают о Севастополе по всей большой стране. Звонили мне его родители, мы дружны до сих пор, и рассказывали о том, что когда к ним приезжают гости, а друзей у них по всей стране много, они говорят, что даже наш Владюха ходит с ними и рассказывает о объектах Севастополя интереснее, чем экскурсоводы. И в каждом выпуске находятся такие дети. Есть у Ольги Самойловой мечта. Она хочет, чтобы севастополеведение стало основным, а не дополнительным школьным предметом. Надежду на исполнение желания дали в этом году. Вместе со званием заслуженного учителя Севастополя. Евгения Квашнина, Виталий Козловский, Инна Лисинец. Вести, Севастополь.